Почему идет запись? Что-то не чувствуется. А, стоп. Видео. Замри. Вообще, выпрямься, выпрямься, выпрямься. И не двигайся. Поставь на паузу, чтобы не обрезать. Не забудь. Heard anything about Dad, Russell? No. Radio silence since he got on the train. Damn it. Well, the good news is he's probably fine. How do you know that? Because they're taking him to Nova Prospect to torture him. That's the torture place. They're hardly gonna torture him before they get here, so he's fine. Logically. Это вместо крыс? Это хуже крыс. Нет, в смысле в этой игре не вместо крыс? Что здесь-то нету? Что ты сейчас взял? Модули улучшения для оружия. Ага. Понял, на чё? Да, они тут везде по уровню разбросаны. А патроны тоже по уровню разбросаны? Держи, чувак, патроны защищайся. Да? Да. Как обладать труп, не подходя к нему. Когда ты сделал? Это гусеничка. Гусеничку раздавливаешь. Не надо. И впускаешь себе в кровь. Не надо. Излечиваешься. Серьезно? Да. Это что, серьезно? Ну вот у меня надо подхилиться. Себя возненавижу. Что мне тоже придется это делать? Портал? Или это у нас такое вступление игры? Вас какой-то? Да, летающий мусор. Right. Well, seems harmless. Yeah. Weird though. Понял. Что за нафиг? Как крабы. What is that? Еще одна головомойка. Мойка? А, голова. Девочка провод ведет сюда. Надо разгадать эту загадку, чтобы...
это символ. Башня. Великая монтировка. Это точно. Это точно Фрима. Монтировка. Наглазые. Вот тот их главный. Somebody spent a lot of time on this. Один из черных мест. Кстати, вот это вот символ, символ всей игры, он так похож на эту монтировку. Это вот прям лямбда. Картонки надо освободить. Кому-то надо меньше курить. Или нюхать. Или нюхать. А, ты пассивный, да? Посмотрим. О, тихо, тихо, я понял. Люстра не опускается. Глаз. Мне кажется, скоро люстра не увидишь. Да. Надо ее... А я тебе говорю, что нам здесь нахуй не нужна устрой. Люстра. Я вижу. Вот она. Это вообще такое? Почему они поднимаются? Как это действует? Перчатка загорается. Видишь? Она, в принципе, загорается. Нет, она загорается именно когда что-то квестовое. Либо, может, какие-то силы. Короче, третья и вторая снизу. Понимаю, это игрушка на части головоломка, да? Да. Понял. Третья. Вторая. Почему не сработало первый раз? Потому что у тебя было зародыши первое. Да ладно. Да. Я вроде подошел и проверил. Нет, у тебя было зародыш первое, по-моему. Подожди, у нас знаки не так красиво рисуют. Да? Ты вообще капец какой-то. Да, разница, в принципе, небольшая. На мужика похоже. У нас просто рисуют мальчиков, а там нарисованы девочки. Я не вижу особо большой разницы. This is a man's wolf. Спирт! О! Вот это я неплохо зашел. Как так? Рисовал все эти символы. Alex, you all right? Yeah. What's wrong? I'm fine, Russell. What's up? I'm losing your signal. Alex? Alex? If you can still
Вот я тебе за руку. Рассел? Его интересуют только мозги. А, ну ты тогда можешь ходить без опаски. Спасибо. Шутка. Я же пошутила, хотя за персонажа я не отвечаю. Это деревяха или кирпич? Пенопласт. Ну, судя по весу, да. Все, я вооружен и опасен. Звук тихенький-тихенький такой. Одинаковый звук, что ли? Или разный? Я немного разочарую. Я понял. Ну, ты сказал, я понял таким разочарованным голосом. Телепортация больше похожа, даже прыжок. Нравится мне. Fire alarm! Ох ты ж, блин! Здорово! Это Вортига. I did. Пил сообщение. Ты здесь как кроликов выращиваешь? Вот ему оторвал. Right, but I mean in general. Ну, в принципе, они с другой планеты. С другой вселенной. Look, I'm actually pretty busy looking for my father. Eli Vance. Yes. The combine have him, and I'm really dreaming to get moving. The combine. Yes. Do not go yet. I must show you something. Look, I appreciate this way. I can't stick around. It is important. I know, I'm sure it is. The Alex Vance must go this way anyway. Okay. По-любому. Видно, нет. Показал мне, ты хочешь показать мне бумажки? Смотри, те, кто умеет оригами делать. Это скорее... Это же мастер оригами, да? Мастер оригами. Это скорее это. I would help. Может, во Франции вроде. The Alex Vance is very busy saving her dad. Не пипкой как-то не по-французски. You will not save him. What? Что ты делаешь? Я только проверил. Не трогай всякую каку руками. Я изучаю. Alex Vance alone cannot prevent his fate. Иди про диспансеризацию. Look. Thank you everything, but I really have to go. And I'm sorry, but I really don't have time for riddles. No riddles. But come back, drilled here. I am search for essence. Неправильно сделал, надо было повернуться и вот так вот. Yeah.
Куда? I'm sorry. Я вижу, там что-то светится. Look, if I can, if I run across your friends, I will see what I can do. Ровный, you have saved my kid. Может, она что-то там смотрит? I haven't. Then you will. Wow. Courage, Alex Vance. Это было очень оглушительно. Каких ништяков не было? Что это он там говорил? Вортиган? Mm-hmm. Не знаю, колдует что-то. Нас, видно, сейчас поднимет. Или нет? Смотри, мы звездочку сделал. I will help the Alex Vance. Look to the northern star. Why? For guidance. Okay, thanks. Are you done helping? I am not. Here. Sustenance. I'll eat it later. Thanks for the help. Мне повезло, что он не живой. You will be welcome. Винна голова. Не хочешь там делать? Да, уже помню. Да? О! Ты что, не заметил? Центр. Ты поздно. Ты поздно. Стандартная поза для персонажей, которые прогружаются во время уровня. Бывает, они так и повисают. И остаются играть в Т-позах NPC. Is Oriel B? Alex! Alex, the signal's back! Can you hear me? Are you okay? Russell, I'm good. Что, труп? How's Dad? They've got him on the train. He's on the move. You gotta find any of you junction before they get there. Okay, I'm working on it. Похоже на труп, да. Что сразу? А что сразу сиськи хватается? Что это? Как маленький. Но ему головы нет, походу. Даже если голова так не может болтаться. Отбойник. Infestation control. That's weird. Well.
что здесь был Марио. Бабочник. Дашь сразу раз гуглить? Ну не нюхать же. А ты кого не траванул? Нюхай. So anything happened when you come out? You're not gonna believe this, but I ran into a Vortigaunt. A Vortigaunt? What was he doing down there? Hiding. Ну что, бронированный какие-то? He was taking the combine. What did he say? Never seen one again. He said crazy Vortigaunt. Пусть это переворачивается, да? Да. Бронированный. Что? Проснись, на нас напали. Обеспечить питанием эту дверь. Да, возьми разгон побольше. Блин, вот ни за что не получится делать так же. Ох, не знаю, куда ли мне или нет, да? На юг.
А что мне делать с полупустым? Педалька, колесико. Зачем в яму? Там кто-то в дверь долбится. А как в яме еще кто-то? С двух сторон. Вон там. Может покормить кого-нибудь, нет? Так, Алек, посмотреть, а не прыгать. Алек! Ты разницу чувствуешь? О боже. Я думал, нам сюда. И сейчас начнется типа такая погоня. Воу. Я первый раз дал. Чего ты смотришь сразу? Вы не готовы. На то, что ты вместо просмотра туда прыгнул. Ну, посмотрел я туда. Ну, хоть травы. Упор. Держим колесо. Заскриптовано. Он просто крутит слышен. Do you hear that? Yeah. Let's get the shotgun and get out of here. Ты забрал пушку, на что они сейчас проломятся. Чем зарешать? Эти патроны тоже не ловят. Потом. И стена падает. Вот в эту стену никто не жалуется. Вау, такой типа четкий. Две сразу. I'm out. Oh, sure.
есть два пути. Пусть коллиматор. Привычка из Бонворкса, что надо держать оружие, иначе оно выпадет. Да. По-моему, оно даже такое приятное. Привычка? Да, приятно. То, что оно выпадет, если ты разжимаешь руку. Если ты разжимаешь руку, и оно не выпадает, это недоработка. Ну да. С другой стороны, механика. Делаешь? Опси. Чуваку так не повезло, а ты еще издеваешься. Крути. Мне надо как-то наверх, получается. Да, но не так. Мама! Повезло. Ты как? Подкинуть на кирпичик можно проскочить? Зачем? Я уже забрал здесь. Блин. Все, что нужно было. Страшно же. А, мне надо. Так, погоди секунду, где ты ходил? Сюда я ходил. Ходил, да? Что, опять роста? Роста чего? Лучше не спрашивай. Боже, а это что такое? Гадость. Знаешь, куда я иду? Куда ты идешь? Боже. Я страшно. А! Фу! Держи его, схвати. Потанил. Я его не схватить, у меня же ремонт. У тебя на голове. Поздно. Так, а чё? Пес. Страшно же. Эту штуку можно и руками держать, но он всё равно как не раньше. Ну, а я могу его на вытянутых руках отнести к тому языкастому? Не знаю.